иду в поликлинику. Заодно прихватил с собой полимастер, дозиметр. А для чего иду? А для того, чтобы сделать рентген шеи. Вот, поэтому посмотрим сейчас, как будет реагировать дозиметр на рентгеновское, щадящее рентгеновское излучение. Короче, сейчас был в поликлинике, делал рентген шеи. И вот дозиметр полимастер сработал. То есть я его держал вот так в руке, причем плотно держал. Вот, а делали рентген шейного отдела. То есть получается довольно-таки далеко. Там же луч направленный, скорее всего. И он у меня сработал. Значение я не успел посмотреть. Вот. И, наверное, смогу посмотреть только через компьютер. Но он работает. То есть я думал, что он сильно задумчивый. Оказывается, нет. То есть на рентгеновское излучение, на очень быстрое. Вот. Причем оборудование современное в поликлинике. То есть дозировка маленькая. Он сработал. Так что все работает хорошо. Короче, вот поликлиника за мной. Я теперь вообще спокоен по дозиметру, потому что были сомнения, какой-то он задумчивый. Да ни хрена он не задумчивый, сразу сработал. Единственное, что я значение не посмотрел, не успел, потому что весь в фартуках этих стою, свинцовых, вот, а аппарат в руке, ну, дозиметр. Так что все работает. Если вдруг внезапный источник какой-то появляется, излучение, то он, собственно говоря, сразу отреагирует. Поэтому хороший дозиметр, вот, маленький, хватает на полтора месяца заряда. Я считаю, что больше вообще ничего не надо. Все, спасибо.